В конце прошлого года в состав Северного флота приняли ледокол с именем былинного героя на борту. Илье Муромцу только предстоит испытание льдами, а вот его сухопутные собратья, вездеходы «Витязь», уже прошли крещение снегом и болотами. Напомним, гусеничные тяжеловесы были приняты в парк техники сухопутных и береговых войск также в 2017 году. Всего в морскую пехоту было направлено 10 вездеходов. Все они успешно завершили испытания в условиях Арктики и Крайнего Севера. После снегопадов любая проселочная дорога в Мурманской области пригодна для марш-броска на такого рода технике. Вот и в этот раз водители вездеходов прежде всего тренировали навыки преодоления естественных препятствий в виде оврагов и склонов. Двухзвенный «Витязь» весит без малого 20 тонн. Машина не тонет, может преодолеть небольшое озеро или реку. Маневрирование в ограниченном пространстве станет следующей тренировочной задачей для экипажей «Витязей».